Поехали. Сейчас подойду. Ты сколько там нашмалял-то? Семь. Фрагов-то. Семь, что ли? Сейчас скажу. Блять, я... реально, блин, я кабанчиком сыграл. Надо это херню, короче. И очень ранится. Стас больше меня набивает. Справа. Хнык. На за это. Шесть. Не, не семь. Я посмотрел. Качество хорошее, вас слышно. А? Качество хорошее, слышно вас нормально. Надо просто перестать ей давать сладкое, и все. Пашка, у тебя ребенок нормально жрет? Бух, как свинья. Как свинья. То бишь все. Ань, Пашка говорит, как свинья у него жрет. А наша не жрет ни хрена. Сладко и молоко, и все. Ева! Иди сюда. Ева! Вискосом. Вискосом? Ева! Так, что-то косали. Да, давай почки. Ева. Выглядело из-за паузы. Если удастся, я улечу очень далеко. Скажи громко сюда. Я кушаю, как свинья. Когда я скажу? Давай, раз, два, три. Лево тело. Я кушаю, как свинья. Пришла. Ушла. Да, слева летит от нас. Угу. Сейчас, только смотри. Один. Сколько Стас? Куда взял? Летим? Нет, два. Их два. Справа, на правую часть. Почему? Я одного вижу, второй-то. Два. А, да, он вижу. Один уже почти упал, один... На высоте. Я на точку падаю, на зеленые дома на эти, нет? Правее? А, ну, еще, чуть, куда еще правее. Вы? Еще правее. У меня жопа чует здесь хороший лут в этом доме. Так, аптека, две этих самых канистры. Сейчас я заправлюсь. Стас, сколько килов было? У меня, я не помню. Ну, два вроде ты, как минимум. Ну, что-то такое, да. Два твоих я помню. Антошка мясом сыграл. Блин, я не помню, начал запись или нет. Что-то Пашка от нас далеко. Да не, далеко. Что-то сортир пустой. Тоха, шлепаешь ногами, сейчас бы шмальнул в тебя. Лемка длинная. Блин, его как-то не попрыгать. Сейчас не надо шпеть, греметь и все остальное. Блин, на втором этаже так хочется
в окно сразу сигануть. Это демаскировка. Опа, вот он, человек у меня. Бегу за ним. Он от меня убегает. Он от меня убегает. Прямо здесь, в центре, где мы убили до этого. Перезаряжу импа. Возле меня тут топочет за дом. Он за этот дом зашел, гейсишь. Я опять на втором этаже, не вижу ни хрена. Подходите. У него вроде ничего. Вот он. Нок. Сейчас вдруг придет. Он спрятался за забором, ждет друга. Бля, я чуть Стаса не убил. Он возле меня лежит за забором. Даже не надо добивать, ждем. Сейчас друг его придет, будет бегать. У меня там калашик с коллиматором. Я лево смотрю. Сейчас придет. Это же Европа. Вон он лазит, смотрит на нас. Нокнутый. Да, он заполз. Он заполз в дом. Нокнутый. Друг его же не там. Это который рядом дом с нами? Нет, синенький за ним. Есть будка такая. Туалет, он заполз в нее. Ну там. Тихо, бежит кто-то. Вот прибежал. Нокнул. Еще один. Сейчас они вдвоем в будке нокнутые. Да, сейчас еще придет. Один первый умер, второй. Ждем? Я перебегу на другой дом. Я на твое место. Он вон в будке. Я на твоем углу, Тоха, только сверху. Угу. Я в доме посижу. Сейчас придет там. Блин, здесь окон нету. О, третья бронька. Как раз. Так, он в синей будке нокнутый. Где их третий друг? Вон кто-то едет. Сорон поля. Может, друг их нет. Скорее всего. Да. Я лег. Сюда подъехал. Все. А это последний был, он сразу отъехал. Эй, тот умер. Пашка, хорош там, блин. Он вообще бомжара, никакой эмки, ничего. Дробаши и это. Там, блин. Могу их 4 дать. 4 это хорошо. Там семерки есть? Семерки есть у него? Посмотрим, у меня семерки. Да, 45. Мы закончили семерки. 45. Сейчас скину. Мелочи разные. А, еще 30. Да, дверь закрутить надо. Дайте пройти. Блин, стазы пройти. О. О, вот так. Скидываю четверку. Палку взял. На топ-эмку. Так, галиматор скинул. Увеличенный ПП скинул, быстро дус. У меня 86 аптек и 6 банок. Сколько аптек? 6 аптек и 6 банок. У меня одна аптека, 2 банки. Ну дай Стасу, у меня 3-3. У меня нормально. А там каски не было второй? Нет. Убитая. Да, убитая. Ну давай лутаем. Значит, здесь, наверное, все. Мне надо магаз нормальный. Магазин нужен нормальный. О, УАЗик стоит.
О, вторая броня. И зона идет, мы не в зоне. Да, она еще пока дойдет. Тачка есть, что? Ну там, мы близко, но не в зоне. Пулемет, если кому надо, здесь в башне магов лежит. Патроны. И патроны, семерки тоже лежат. Х4 еще один нашел, могу вернуть. Я заберу. Мне нужен второй портфель, вторая каска, вторая броня. Блядь, где-то я видел второй рюкзак. Так, вторую касочку я себе нашел. Ламигас кому нужен? А калаш? Нет, у меня есть. У меня компес на имке. А, хотя лучше пламегаз, конечно. О, скарф вместо юмпа. Скидываю юмпа. А есть наконечник какой-то на юмп? На юмп нет ничего. Пламегаз оставь. На этот самый, на своего. Сплошные УЗИ валяются. Мне нужно все второе, парни. Еще? Мне тоже. Каска. Кто едет? Сторона Стаса. Да. Третий рюкзак у меня лежит. Ладно, поехали. У нас зона подошла. Я пошел за машиной. Третий рюкзак, кому там рюкзак нужен? Иду, был? Иду, иду, мне... Сейчас, секунду. Где, в синем сортире, в этом? Да. Берите рюкзак, теперь осталось еще... Каску. Это я не зря зашел в дом. Блин, нифига себе, чуть не задавил меня нафиг. Вторая каска. Поехали, 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 зона. Где вторая каска? Ну вот, в этом доме я был. На втором этаже. Сейчас ее не будет. Все, он ее взял. Топ-эмка? Ну, как я понял. Да. Топ-эмка? Так. Так, я банку пью. Да едь лучше. Пью банку. Погнали. Опа. Так, тут пиксели, я насколько помню, где-то были. Это для мотоциклов страшно. Угу. Надо жопу на топ-эмку еще. Че, пойдем это? Штурманем вот это. Кого? Ну вон там, 4 дома. И нормальные магазины надо. Четыре дома.
Да. Че, я сразу торможу или делаю кругаля? Паркуйся так, чтобы они не могли стрелять особо. Поближе к дому. Короче, вплотную, понял. Да, вот забор вот. Ближе к дому, да. Вот, вот. Под окном. Все. Открыто. Могут сидеть. Калаш, аптека. Не лезло уже, что ли? Наверное, нет никого. Тишина. А, подожди, остановитесь. Не. Тишина. Или кто-то едет. Сейчас кто-то едет. А жопа наймку нужна? Да. Взял. Кто-то на улице бегает? Я. Стас. Лишнего икса нету? Нет. Х4 есть. О, а чё молчишь тут? Я сказал ещё, когда нашёл. Чё не скинул? Сразу бы скинул. Как-то очень быстро опа, пробегали. Папа, мне стреляли. Паша. На икс. Скинул. Это здесь. Ну, да, слышу, бегают. Жень, сядьте, не двигайтесь, хочу послушать. Остановился. Скара, со снайперки стреляли вроде. Значит, не здесь. На ней попали. Ну, где-то... Довольно-таки... глухой довольно-таки звук был. Мне так показалось, что это вот отсюда стреляли. Когда я бежал, мне в спину стреляли, но не попали. С желтой точки. Да-да-да, там люди вот, бегают. Я поставил точку, люди сядь. Тоха, давай. Ты. Вот там дол. Тройку дал. Почему он не нокнулся? Я с калаша дал. Ну, где точку поставил, чего не... Смотрите на нее. Там человек ровно на точке сидит. Вижу, за деревом. Я ему дал тройку. Почему он не нокнулся? Он бегает. Тоха, слева от дерева еще постреляй, чтобы он перешел направо. Я видел кровь. Если он чуть право даст, я ему дам с калаша. Даже по земле слева от дерева. Он пугается и пойдет направо. В голову. Да, хорош. Видел. Я выйду на улицу, дам правее. Сейчас с двух флангов. Вот такой горка есть. Стас, на улице уже? Я внизу, под домом. Убегай! Ушел. Он без башки. А, нет смысла за ним гнаться. Нет, да? Что-то я уже пошел. Оп. Убиваю. Сзади, там же. А тут даже 20. Азиму 20. Прям близко. Хиляюсь. За камнем. Стас, подойди. У тебя дом за камнем убери. Сразу. Какие вещи? Я скинул. А. Тут пламегас есть. Да, вот за камнем. Нокнул. Давай, так, идем. Там гранату кидал, а его только нокнул. Идем. Тачка. Она не к нам едет. К нам. Сколько к тебе приехало? У тебя. Нокнул одного. Они все ранены. Стас, стреляй.
бежим к точке. Да все, некуда бежать уже. Я киляться. Меня ранили. Блять, пятерками, надо пятерки срочно. Возле машины есть кто-то? Нет. За камнями еще нокнутый твой. Забудь, Тоха. Вижу. А, это Стас бежит. Тихо. Уходим. Это эти опять поднялись. Восстали из мертвых. За камнем, который. Пойду с калаша проводу по ним. Блять, где все, сука, обоймы, блять, нормальные? На а смерть, вот, наконец-то. Семерки, девятки нужны. Семерки, девятки? Девятки возьму, семерок нету. А там этот пушки нету нормальной? Вот у меня такой есть, калаш. есть семерки. Так, а пятерок вообще нет. Ладно, тогда семерки дайте. Бегу к вам пить. Пятерками проблема. А чё, их тут было больше, чем два? Они вон, давайте, вон, я тебя взял. Я вижу. Ну, там так, опасно. Так, со второй стороны тоже стреляют. Я вижу ящики. Оттуда. Ящики далеко. Нет смысла бежать. Вон ящик валяется вдаль. Пацаны, слева на горе люди. Тать, точку поставь. Слушай, слева. Или азимут скажи. Вот там, да. А, вот. 170. Так понятно, я во второй дом. По мне оттуда. А, вот тип стоит. В ангаре. А, сразу сдох. Пойду его утону. Я тоже, может, там эмку возьму. Пятерочки. Надо. У меня 15 патронов, пацаны. Я возьму Скарл. Пятерок у него, ё-моё. Я упакован. Теперь скиньте мне пятерки. По чуть-чуть. Или сколько у кого? У меня ноль. 146. Перезаряжаюсь. Секунду. Так у тебя сколько? 111. 0. 36 заряженных. Ну давай по тридцатке, по сороковке скинем. Там мы по дороге в зону там пробегаем еще эти ящики, которые не упали. Ой, погоди. Блять, Тоха, ну патроны верни. Какие это? Патроны? Пашка, нет. Забрал все ж. Я ж не так скинул. Сейчас заберем, там еще два ящика, которые вы не дошли, они просто дальше лежат. Там страшно было их идти туда. У нас со спины где-то двое. А еще никто компенсы не берет, что ли, на... Калаш все. У меня малаш. Есть. Кто-то бегает. Я бегу. Тоха бегает. Они еще там. Нам в зону надо забегать. Бежим в горе. Побежали, пока они там сзади стреляются. И тут надо... Вот ящики, вон они. Подальше. Сейчас пятерку возьмем здесь. Под... Блять, мне до сих пор броня вторая. Не вторая, а первая. Еще где ящик? Вот, вторая броня вторая здесь. Где? Где? Блять, была же где-то. Вторая целая была последним человеком, который убили возле здания. Вторая целая броня там лежала. Да. Подходите. Сейчас сзади к вас будут там. Сейчас не только сзади. Ой, а где глушак посрал? Или у меня не было? Глушак я взял один. Тачка. Едет со 120. Там перед нами где-то. Он остановилась. Сортили. Одного ранил. Сейчас со 75. Видел. Бегут люди 75. Одно тело, он забежал за дома, где мы сидели. Слева от домов сейчас будет выходить на нас, потому что он не в зоне.
Его зон давит. Сейчас выйдет пешком. Ладно, я пока другую сторону караулю. Вот выходит, он за забором вышел. Вижу. Нокнул. Убил. Не нокнул? Но. Сейчас еще один будет. Убил. Еще один будет, может он непонятно откуда и пойдет. Я в него 4 пуль кинул. Ой, кар. Сейчас еще должен прийти. Уж он, если он окнут, значит сейчас вдруг придет. Че он там аптечки жрет за домом? Ой, по мне работает. Пускайся. Спустился. И жри аптеки уже. Наворовал сколько? У меня 6 банок. Кент его, наверное, в другом месте. Может, это эти, которые приехали на машине? В туалет. Я последний в машине вроде сразу убил. Там. Откуда работают дом? Правый. Со всех сторон. Примерно сейчас поставлю. Поехал. Вот здесь тоже люди сверху. Машина дымится вся. Помогите расстрелять. Где, вот здесь, где, возле где, нас. Сейчас взорвется. Убить его. Все. Убил. Все, хорош. Все, не надо стрелять. Убить. Выстрелил ему голову, у меня как чатака сейчас. Так я же его раздамажил, пока он ехал. Пятерок, я ему блядь, съем пятерки заканчиваются, парни. Давайте идем, это. Идем. Нам в зону. Зона. Нам на самом верх бежать с этого. Сортир забегает, тело. Вот и сортир двое. Да, идем. Идем за ними. Он за камнями ждет. Я через низ. Может через низ пойдем? Ой-ой-ой, медаль там. Там еще кто-то одному дал хор. Ну, убил, короче. Камнями сидит, правильно? Слева от сортира. И слева зона, от сортира. Ебаный урод. Бежим. Вон, он бежит. Бежим. По зону съест. Я еще постараюсь забрать пятерки, не смогу наверх. Так, куда там? Какие там пятерки? Бля, в тюрьму мы разобьемся, здесь падать нельзя. Аптечку уже надо. Аптечка потом. Что рано. Ну, я жру. Сейчас дойдет зону, вы не успеете сожрать. Бля, не, я олень, сука, в натуре. Не, слишком сильно бьет. Даже я не буду жрать. Смотри, сколько людей погибло. Нормуль, 5 убийств. Что, топ-5?